На Сахалине зарегистрировали случай кори. Заболевание обнаружили у 2-летнего непривитого ребенка, прибывшего на остров с родителями на отдых. Малыша госпитализировали в инфекционное отделение на 3-й день после появления сыпи. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора вместе с медиками определили круг возможных контактов. Это 50 взрослых и чуть более 20 детей. Практически все они ранее прошли вакцинацию от кори. Речь идет о родственниках, соседях по подъезду и пассажирах, летевших с ребенком одним рейсом. На сегодня ребенок уже выписан, выздоровел. То есть, хотя клиника была достаточно яркая, очень высокая температура, поражение слизистых глаз, носоглотки, сыпь яркая, ну и достаточно долго он лихорадил, но своевременно начатое лечение, в принципе, стабилизировало ситуацию, ребенок в установленные, скажем так, сроки выписан и выписан с выздоровлением. Предыдущий случай кори зарегистрировали на Сахалине в 2019 году. Тогда это тоже был завозной эпизод. Поскольку у нас отсутствует регистрация кори, в том числе и завозных случаев отсутствовала, достаточно высокий уровень иммунитета среди населения, более 95%, то территория в целом считается благополучной. Добавлю, что в Роспотребнадзоре сейчас держат на контроле также ситуацию с заболеванием энтеровирусом. За последние недели инфекция выявлена у воспитанников 3 детских садов Южно-Сахалинска. Один из них закрыт на карантин.